остается только Екатерина Занина, которая представляет республику Саха. На лед приглашается представитель. Next on the ice, representing Russia, Екатерина Занина. Такое ощущение, что она немножко похожа на Дарью Батяеву, хотя чисто визуально, по-моему, даже несколько меньше. Она так же, как и Даша Батяева, 2005 года рождения, в нынешнем сезоне успела выступить на одном из этапов Кубка России. Особых успехов не представляет свой регион на играх «Дети Азии» 2019. Удостаивается своей порции аплодисментов Екатерина Занина, пока ей по умолчанию очень сложно соперничать с теми, кто лидирует в наших текущих соревнованиях, но у нее попросту нет ни одного тройного прыжка. Все прыжки, которые исполнила эта фигуристка, они, во-первых, только из двух оборотов, а во-вторых, исполнены еще плюс без особого блеска, но в целом я бы сказал, что справилась со своей очень оригинальной короткой программой. Это, по-моему, самая крохотная девушка из тех, что успели выступить на этом льду. Она имеет 16-й стартовый номер. Это означает, что сейчас мы приближаемся к середине соревнований девушек в короткой программе. Всего заявлено 33 спортсменки. И когда начнется вторая половина выступления следующей девушки, Дианы Рахманкуловой из Узбекистана, будет означать, что мы подошли и благополучно перевалили экватор состязаний в первый день. Вот очень интересная позиция во вращении была показана Катей Заниной. Каскад Луц Ридбергер. И тут возникают сразу ассоциации, да, после того, как слышишь каскад Луц Ридбергер и с Ириной Слуцкой, и с Алиной Загитовой, и с Бэдди Теннел, который в нынешнем сезоне пытается его исполнять. Но одна небольшая поправочка, конечно же, должна обязательно прозвучать. Это каскад из двойного Луца и двойного Ридбергера.
как только Екатерина Занина сумеет добавить еще по одному обороту к каждому из прыжков, тогда она войдет безоговорочно в мировой топ. Но уже в нынешнем сезоне мы видели, что этот каскад тройной луз, тройной Ридбергер исполняли спортсменки на первенстве России, что завершилось в Перми, и в массе своей те девушки, которые брались за исполнение этого сложнейшего каскада, они исполняли его успешно. Только одна из самых многочисленных делегаций на этом турнире. Это спортивная делегация, представляющая Республику Саха. Так вот, якутская спортсменка Екатерина Занина играет 33-55. Это не так много, как у Дарьи Батяевой. У Батяевой, напомню, 54-07, но тоже вполне достойный балл.